Эндометриоз мам первого типа, генетическое заболевание. Сумма очень большая, больше 2,5 миллиона долларов в Украине это заболевание не лечится. И вот уже 7 месяцев они на спинразе, поддерживающая терапия. Кто захочет, кто-то сам на карте, не обязательно денег, да, на карте? Да. Мы узнали про Кирилла через Инстаграм, через соцсети, что вот такая вот случилась беда с малышом. Собрались команда, получается, Константиновка Рейсинг Тим. Переговорили, решили, что не будем палить лишний раз бензин. У нас в планах сейчас поехать по Константиновке и в Торецк с автопробегом. Поедут туда 5-6 машин, с остальных кто приедет, просто на топливо мы соберем деньги, те же 200 гривен, которые они могли бы спалить. И переведем на счет Кирилла или отдадим бабушке его. Руслан работает на стройке официально, и поэтому медицина Польши за счет страховки, которую он платит, этот укол, препарат спинраза, колят бесплатно. Каждые 3 месяца его нужно делать. И если не сделать этот золотой укол, который называется Золгенсма, то всю жизнь нужно будет колоть этот спинраза. И прерывать его нельзя ни в коем случае, потому что если только прервется этот препарат, ребенок откатится назад. Успей спасти Кирилла!